Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня сделаю для вас обзор второй части своих покупок из магазина Fix Price в мае. Ссылочку на первую часть видео я оставлю в конце этого видео. Итак, давайте приступим к обзору. У нас в Петербурге цена сохраняется пока еще 50 рублей, как вы видите, так что у нас пока не подорожало, хотя куда уже больше. И давайте покажу, что же я такого интересненького еще купила. Увидела вот такую интересную мыльницу с креплением в виде вот такой ракушки. Мыльница, здесь еще есть у нее вот такой декоративный элемент, и крепится она на двусторонний скотч. Здесь вот изображено, как это будет все выглядеть в собранном виде. Нужно обезжирить поверхность, приклеить крепление на двустороннем стикере к стене, вставить мыльницу в крепление, и мыльница готова к использованию. Вот, крепление вроде бы как здесь есть. Так что надеюсь, что у меня получится. Вот, цвет идеально подходит мне под цвет плитки в ванной комнате. Поэтому, в общем, понравилось, я взяла. Так, следующее, что я приобрела. Увидела вот такую вот веселенькую скатерть. Kitchen. Здесь на светло-салатовом фоне изображены вот такие различные пирожные. Пирожные и горошек. Вот. Скатерть размером 132 на 179. В принципе, она довольно-таки большая. Не так давно я подумала, что хорошо было бы иметь какую-нибудь вот такую вот клеенчатую скатерку. Вот, и, в общем, увидела и решила, почему бы и нет, возьму. Вот, пригодится в хозяйстве. Следующее, что я купила, это уже из Home Collection, товары для дома. Взяла я две вот такие салфетки декоративные, антискользящие. Размер у них 30 на 60 сантиметров. И одну я взяла вот такую нежно-персиковую, а вторую взяла вот такую нежно-розовую. Обе очень красивые. Если вы смотрите мой канал, вы знаете, что я уже покупала такую беленькую. Вот, использую я ее, в принципе, как вот здесь показано, я ее использую как подложку для съемок, как фон для фотосвотчей. Вот, очень мне нравится, смотрится очень нарядно, мило, девочкам, в общем, нравятся мои фотографии, когда я использую эту салфетку, поэтому я решила купить еще две. Они по 50 рублей. Я знаю, что многие девочки используют по назначению, укладывают их и в ящики кухонных столов, чтобы приборы там не скользили. Также в косметические столики укладывают. В общем, действительно, она не скользящая и очень-очень удобная. Если мне не изменяет память, то еще, по-моему, бывает мятного цвета. Но в этот раз мятного не было, но если я увижу, то обязательно докуплю еще и мятную. Очень хорошие салфеточки, и мне кажется, они очень такие долговечные, потому что салфетку можно и очищать влажной тряпочкой, в общем, очень они мне понравились. Так, поставим. Не хотят стоять. В общем, следующая моя покупочка. Купила я вот такую заколку, краб для волос, за 50 рублей. Были различные расцветки. Я взяла красный InStyle. Он очень крепкий. У меня волосы длинные. Вот их много. Поэтому мне нужен такой тугой и хорошо вот такой раздвигающийся, в общем, краб. Видите, как он раздвигается на ширину ладони и хорошо держит. Вот, буду его использовать, знаете, когда в ванной маску, например, сделали, принимаете душ, и нужно волосы заколоть. Ну, вот, чтобы хорошие дорогие заколки не портить водой да маслом, в общем, купила вот такой краб. Ну, хороший, действительно качественный, ничего не могу сказать, мне понравился. Следующая покупочка, это взяла я вот такие вот салфетки бумажные, сервировочные, плюш. Очень хорошо они сделаны, очень качественные. Здесь 150 штук. Я выбрала желтые, но были еще и других расцветок.
И размер у них 33 на 33. Очень, в принципе, большой такой размер. Вот. Поэтому, в общем, с удовольствием взяла. Такая большая пачка. Мне надолго хватит. Я когда делаю маникюр, использую либо кухонные полотенца, либо вот какие-то такие салфеточки. Поэтому пригодятся в любом случае. Тем более такие плотные и хорошие. Ну и на стол, конечно же, положить тоже очень удачно, мне кажется. Вот, купила вот такую маленькую водичку в дорогу попить. Водичка вот эта стоит, одна бутылочка, 8 рублей 30 копеек. Поэтому тоже, мне кажется, это выгодная покупка в магазинах. Сейчас, тем более, уже в сезон, когда жара, это будет стоить намного дороже все. Вот. Так, буду я все-таки сдвигать в сторону, чтобы не мешало мне показывать. Взяла два сока J7, томат с мякотью. Иногда хочется именно томатного, но литр покупать это будет слишком много для меня. Поэтому вот здесь как раз по 200 мл с трубочкой, например, там с пиццей или с чем-нибудь вот таким. Очень иногда душевно томатный сок проскакивает. И цена каждой упаковочки 16,30, если мне не изменяет память. Ну, в принципе, тоже нормальная цена для сока. За 25 рублей я приобрела первый раз попробовать вот такой горчичный соус «Моя семья». Хотела я купить «Мистер Рика» горчичный. Он очень хороший, я его люблю, покупала неоднократно. Если любите горчичный соус, то «Мистер Рика» я вам рекомендую. Он хороший, нежный. Вот, но взяла, в общем, вот такой попробовать за 25. Надеюсь, что мне понравится, потому что горчицу я, ну, как-то не очень люблю, она все-таки островата, а вот соус горчичный очень даже люблю. Следующая моя покупочка — это вот такие детские салфетки влажные, 120 штук, гипоаллергенные, с естественным pH кожи. Вот, буду использовать их по назначению, и также эти салфетки не содержат спирта. Вот здесь 0% алкоголь написано. Содержит экстракт алоэ, витамин Е. И также можно вот такие салфеточки очищать ваши кисти для дизайна. Когда вы, например, делаете дизайн гель-лаком, вот, я хочу попробовать что-нибудь, в общем, порисовать на типсах. В общем, купила вот такие недорогие салфетки за 50 рублей. И буду очищать свои кисти для дизайна, потому что кисти купила хорошие. В общем, надо за ними ухаживать. Купила упаковку бахил 50 штук за 50 рублей. Это очень выгодно. Получается, одна пара бахил 1 рубль. Это вообще смешно. Это всегда нужно. Так что я держу моточек в машине, моточек в прихожей, в общем, и мужу машину даю. Ну, в общем, это тоже такие расходные материалы нужные. Купила вот такой вот маленький милый контейнер. Это называется контейнер для мелочей. Объем у него 0,8 литра с вкладышем. Вот, написано здесь на нем «Полимер быт». Они хорошие контейнеры делают. И я выбрала вот такой оранжевый. Я люблю такой солнечный, позитивный цвет. И здесь написано «Beauty», «Handmade» и «Первая помощь». Ну, то есть можно хранить лекарства, можно что-то, рукоделие какое-то, можно косметику. Открывается вот так. Здесь вот такой контейнер. Я думаю, что его я могу убрать и буду использовать вот эту вот часть. Например, можно хранить в таком контейнере ватные диски или свои безворсовые салфетки, если вы, например, мастер маникюра. Ну, что-нибудь такое. То есть, ну, такие вещи всегда нужны девушкам, мне кажется. В общем, он вот такой маленький. Сейчас покажу вам с ладонь. Вот. Маленький, очень милый. Вот. Также можно взять за ручку и его куда-нибудь отнести, в общем. И последняя покупка, которую я вам сегодня покажу, это канцелярия. Конечно же, это канцелярия. Увидела вот такой набор ручек шариковых, стам.
набор 12 штук, синий стержень, чем они меня привлекли. Посмотрите, как они выглядят. Я когда в первый класс шла, у нас вот как раз в СССР вот такие ручки были. В книжных магазинах вот такие продавались, такие прям как-то за душу взяло. Вот, написано «Российский производитель канцтоваров». Пластик, срок хранения 3 года. Вот, и сделаны в марте 2016-го. В общем, свежие ручки. Я уже их попробовала. Вот, сейчас покажу вам стержень. Если вы любите, чтобы паста писала жирненько, чтобы паста была не царапающая, и я думаю, что толщина пишущего узла примерно 1 мм. То есть шарик довольно-таки, видите, такой крупный. Пишет действительно хорошо. Такой синий-фиолетовый цвет. Я такие ручки люблю. Вот, и я уже попробовала для вас, вот написала. Ну, давайте покажу, как она пишет. Вот, без нажима, без таких усилий особых. То есть хорошо, не царапает, без пробелов, без всяких. То есть за 50 рублей 12 ручек, это очень круто, особенно если у вас дети школьники, ну или вы студенты. В принципе, писать тоже удобно, ручку держать. Вот здесь вот гладко, она ничего не наминает, не натирает. В общем, я довольна покупкой. Классные ручки. Пригодится. Такой наборчик дома. На этом все. Все мои покупочки закончены. Я надеюсь, что вам обзор понравился. Если это так, то ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы, я обязательно на них отвечу. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Пока-пока!